Привет. Сегодня новость такая. Сделал бассейн маленький для ребятишек, чтобы просто бесплатно достался баллон. Думаю, что покупать бассейн каркасный, там еще они еще небольшие. Вот, вот такое колесо. Говорят, кировское, но оно в два раза меньше, скорее всего, с какого-нибудь трактора. Вот. Хотел 800-овское купить. Оно в 4 раза больше, здоровое такое. И там как бы небезопасно, мне кажется, ребятишкам купаться. Глаз да глаз надо присматривать. А здесь в любом случае могут на ноги встать. Все даже отвлекся там на секундочку. Вот так вот было установлено. Выровнял по уровню. Положил палку. Уровень поставил. Вот. И забетонировано. Здесь вот на примыкании. Здесь вот прям в баллон насверлил саморезов. Прям джик-джик-джик, много-много. Поставил сетку, рабицу порезал. Один слой бетона закатал. Потом еще сетку, рабицу. И бетоном до конца закатал. Сейчас уже третий день подсыхает. В естественных условиях накрывал, вот шифер натаскал. Накрывал. Опилок нету, чтобы опилок насыпать. И это... чтоб влагу держала. Вот на третий день сейчас битума нашел, буду битум плавить и сверху замажу. Это битум, гудрон его называют, смола. И вот такой вот бассейн будет. Даже если купаться не будет, можно будет из него поливать огород. Такая штука. И практически бесплатно. Цемент у меня был, колесо подогнали, рабицу нарезал. Сейчас гудроном помажу. Вот такой вот басик. Ладненько, может, кому пригодится такая информация, кто-то может сделать. Но вообще, я сначала хотел, вот принес с этого транспортерной ленты, хотел саморезами прикрутить, на герметик зашить. А потом что-то передумал. Бетон как бы все равно надежней. Надежней в том плане, что столько лет используется такая конструкция. Мы еще маленькие были, в таком баллоне купались. Ладненько, может, кому пригодится такая информация. Всем пока.